У нас дверь настежь! Хьюи! О, вы дома? Если тыришь нашу еду, то хотя бы закрывай за собой дверь! Я могу ходить в места мертвяков! Что? Я видел Амарака, и он не пытался меня убить! Жаль! Но я не понимаю его намеки. Он же всегда избивает меня. Даже когда я был самоочарованием и пригласил его на фестиваль урожая и пикник, когда мы были детишками. Ух, даю, хатфилдсы были в восторге. Они сами это предложили. Чую чупакабры дух. Нам надо пойти в фиолетовое место и все выяснить. Разве наша задача не приглядывать за Хатфилдом и Маккоем? Ну что, думаю, вам интересно узнать, кто я такой. Мы, конечно, хотим дать тебе приют, но тебе придется отрабатывать. Пошел вон! С чем он успел помочь? Держись подальше от хатфилдсов! Он мог подсыпать термитов в столб, или масло в цемент, или кто знает, что он там задумал. Делай все заново и делай правильно! Надо перебираться в Хатфилд. Фестиваль урожая уже завтра. Как только стемнеет, ты улетешь отсюда. О, дух маккойцев. Дорога впереди затоплена. Вот, обойди здесь. Почему ты меня не избил?
Озвучена командой Шаттл 3.1.1 Хай нашими друзьями в 2019 году. Этот эпизод не был бы возможен без наших донатеров. Кевина Левина, Белтропа, Рена Барнаульского, Дракона Гурина, Стригалдвира, Ричарда Андерсона. Отдельная благодарность Михаилу Кламу Попову. Поддержите любимую озвучку, а также автора сериала Bad City. Помните, что даже маленький донат поднимает настроение и улучшает аппетит. Любим вас, любите и вы друг друга.